Здравствуйте. В эфире программа «Закон и право». Я помощник прокурора Сергиевского района Твалаев Кирилл Андреевич. Сегодня мы с вами поговорим о размещении рекламы на жилых домах. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, или в них осуществляется владельцем рекламной конструкции с соблюдением определенных требований. Так, статьей 19 Федерального закона о рекламе определено, что установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на ее установку и эксплуатацию. Федеральным законом от 16 апреля 2022 года номер 106 ФЗ внесены изменения в статью 19 закона о рекламе, согласно которым установка и эксплуатация рекламной конструкции на многоквартирном доме возможна только с согласия собственников помещений. Органы местного самоуправления наделены также полномочиями принимать решения об отказе выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае отсутствия согласия собственников помещений в многоквартирном доме на присоединение рекламной конструкции к общему домовому имуществу. В случае, если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции было выдано в отсутствие указанного согласия собственников жилых помещений, то это разрешение подлежит аннулированию на основании предписания антимонопольного органа. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение 3 месяца со дня его получения. Это была программа «Закон и право». Увидимся в следующем выпуске.